Доброе утро всем! Эпопея в ТикТоке продолжается с испанским творогом. Я не могу, я ржу. Почему-то он-то прям так зашел. Я решила здесь ппшные блинчики сделать. Кстати, рецепт у меня есть на канале. С испанским творогом. Смотрите, сделала себе начиночку. Творог, изюм и сахарозаменитель. И вот у меня уже блинчики первые два есть. Остался последний. Вот, так что завтрак у меня будет вот такой. Блинчики с творогом. Смотрите, какая нежнятина получилась. Вкусные. Сейчас пойду с Чарли гулять. Ой, творог изо рта сыпется. Пока дождя нет. У нас все цветет, все пахнет. Знаете, я вчера фотки смотрела. Просто залезла в Google фото, да? И смотрела. И там, короче, мимоза, тоже у меня фотки с мимозой. В марте, нет, в апреле, потому что в марте мы сидели на карантине. Это было в апреле. И, в общем, я там нафоткалась. А сейчас идет февраль. И мимоза уже цветет. То есть то ли рано, то ли весна такая. Ну, еще не весна. Вот то ли тепло, так что все расцветает. В общем, как-то непонятно. У кого зима такая суровая, снега идут, там морозы, все такое. А у кого вот так вот. У нас Калима продолжается. Слышите, как птички поют? Прикольно. И вот я помню, в прошлом году вот там вот фоткалась. Нас как раз в апреле, по-моему, выпустили. В конце, наверное, даже уже. И я такая радостная в майке. Представляете, в прошлом году... Нет, еще не сидели. Нас после 8 марта закрыли. А вот. Ужас, уже целый год прошел, как мы сидели дома безвылазно. Даже уму непостижимо, как такое могло было бы случиться, да. И вот мы уже живем год вот в такой вот, как говорят, новой реальности. Ну, хорошо, хоть больше такого не повторялось, что у нас просто прям вот тут где-то я снималась, вот тут цветок какой-то был. Вчера с фотки смотрела, так интересно смотреть фотки. Я, знаете, такие смешные фотки какие-нибудь, которые мне не нравятся, я их не удаляю, потому что через лет 5-10 на них смотришь и умиляешься, потому что они такие смешные, такие милые, вот. И потом уже, если они мне точно не нравятся, то удаляю. Вот у нас картошка от ветра полегла. А это, походу, салатные листья. Ну, салаты. А это картошка. Скоро в марте уже будут копать. Будет новая картошка у нас. Вот салатика нарвал так себе домой. Наделал. И все в ажуре, видите, люди тоже там вот ходят, спортом занимаются. Такая вот у нас сегодня Калима. После 12 обещают дождь, и вот это вот вся грязь. А пойдет на наши машины и террасы. В Русском купила вот такие семечки, кстати, неплохие, даже не хуже, чем вот от этого, от Мартина. Но здесь больше и стоит дешевле. И зефир, вот такой, самый дешманский. Но знаете, для чего я купила? Чтобы заморозить. Сейчас все зефир замораживают. И вот я тоже решила его заморозить. Что получится, не знаю. И на выходе уже увидела вот такие патиссончики. Я сейчас хочу картошку пожарить с грибами. И мне кажется, вот это вот они так выглядят аппетитно. Сейчас я с вами их попробую. Ну, пахнут как в детстве, не знаю. Вкусные. Очень даже вкусные. Даже хрустящие. Сейчас с картошкой как наверну. С грибами. Мама! Балди купила вот такие грибы. Сейчас я их пожарю. И с картошечкой. И будет ням-ням-няшечки.
Дождичек прошел. Да, Чучи, дождик. Да, да, что я могу поделать, если дождик идет? И будет еще до 6. Но тепло, хорошо. Боже, как я люблю такую погоду. Класс. Я тут на крышу прибежала, чтобы всю красоту видеть. Заодно терраска помоется. Ой, как я люблю такую погоду, мама. Мия. Ой, что там над морем? Ничего не видно, видите? За два будет лить такой дождик. Почистила себе апельсинчик. Слушайте, какой гром. Смотрите, муж всегда оставляет, вот оставил буквально вот чутельку-пятютельку. Я вот, он всегда так оставляет еду. Одну ложку супа. Да, 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 вот так вот. Одну ложку того. Я ему всегда говорю, вот ты это кому оставил? Вот это кому оставил? Это не пол порции, не порция. Это вообще что? Всегда оставляет. Я знаете, что с этим сделаю? Я завтра разобью туда яйцо, и будет у него такая тортилья де патата. А что я думаю, я выбрасывать буду? Нифига. Это же картошка с грибочками. Правда, грибочки почти все я съела, потому что он грибы не любит. И он бы, знаете, их как вот так вот на одну сторонку все их вот так вот выложил бы. Вот. Собрал бы вот так вот. Потому что знает, что я еду не выбрасываю. И все. И я знаю это. Просто все сожрала в одну харю. Вот, короче, он ел картошку, я грибы. Вот, сейчас я хочу себе, ну, кроме того, что апельсинчик, вообще дома темно, темнота такая. А вы знаете, когда вот так вот дождь идет, кажется, что все мокро, и потом постель такая, кажется, что мокрая, поэтому я сменила всю постель, чтобы хорошо поспать. Потом, наверное, хотя не холодно, знаете, вот, не холодно совсем. Ну, я все время жду, что будет холодно. Пойду спрошу. Кере кафе? Сейчас через 5 минут я буду пить чай, скажет, о, я тоже кофе хочу. Так, чай. Я ищу заварник свой, а где он, не знаю. Я тут в душ собралась, я обычно в душ вот так собираюсь. Сначала замочу ванну вот так вот на 5-10 минут.
Вот. А потом уже иду купаться. Ну и заодно, знаете, потому что голенькой-то в ванной, когда тепло, очень удобно, как говорится, ее мыть в раскорячку. Вот. А так как-то потом отдельно не хочется. Ну, так вот все. Я, знаете, не мою ни как-то вот, чтобы вот прям целый день я мыть, убирать, у меня такого нету. У меня вот, я лучше, знаете, вот пошла искупаться, помыла ванну, пошла там еще что-то делать, помыла вот так вот, периодически, скажем так. Так что вот так вот замочила, ждем 5-10 минут, и потом за это время как раз у меня нагреется, сейчас обогреватель здесь включу, и будет все в ажуре. Ну все, друзья, я уже чистая, намытая, кремиками намазанная, и готова ко сну. Мне завтра надо рано встать, потому что кое-какие планы. Так что не отключайтесь, не переключайтесь, а наоборот подписывайтесь, ставьте лайки и жду ваших комментариев. Всего самого лучшего и всем пока-пока!